Боже мое! Ты еще просто не знаешь об этом! Ладно. Вот это вот мое! Мое! Ладно. Ко мне доберусь до кучки жалких размазней. И болят издалека! Это меня! Куда? Принято! Надеюсь, там есть охрана. Что? Товарищи, парни! И в меня стреляют! Нехорошо! У них даже пушки! Они не убить никого! Не дайте им подойти ближе! Какой ты убил? Они жили в Швейцарии! Вот тебе, получай! Прикольная
штуки. Самый большой свинцемет к твоим услугам. Видимся, сопляки. Я слышу выстрелы. Можно начинать выжимать отсюда все соки. Это будет точно мясо давить, железо будить. Остаются прикольные штуки. Свинцометы готовы.
да. Вот это так! Это меня прекрасно. Очередной шанс. Дай мне зарядить свинцелёты. Толстый никогда не смог убить свои. О, славная вышла веселуха! Нас прижали к себе! Было честью служить с тобой эти десятилетия, Габриэль. Расскажи о моей службе императору. Храни тебя, император Библиарий. Мне пора освободить наш орден. Демоны лгут нам, избивают с пути. Мы можем лишь уничтожить их, чтобы не поддаться их влиянию. Что? Иду! Босс, стрелки готовы. Давай пошли, парни. Что тебе? Смотри на них. Они по мне стреляют! Смешные!
Твои подкосились. Разбей это! Готовы к бою, кошки! Разобьем все! Это будет работа, Мир! Разбей это! Я сделаю! Какой наш план? Разбей это! Я понял, что... Лучшие орки здесь! Вот что у нас теперь есть. Звучит вроде неплохо. Босс, стрелки готовы. Давай, пошли, парни. Нельзя. Не моя вина. Можно подраться. Что? Теперь я шел. Самый большой свинцелёт к твоим услугам. Сопляки! Где мы можем там? Можно начинать выходить отсюда, все сопляки! Орки скрываться! Затрещено. Ага. И если не начнешь шевелиться, то еще и не самое сильное на сегодня. Иду за гротами. Будет чем поживить. Я зачем-то нужен.
Готовы к бою! Убиваем дальше! Сюда! Пошевеливайтесь! Самый большой сделано! Я это так не оставлю. Вот это жизнь! Послали за мной так. Это следующее. Мне там нравится. Вертолеты готовы. Пошли. Я поддержу огнем.
Самый большой свинцемет к твоему... Да-да. Ща подорву! Что? Разбей это! Разбей это! Сегодня будет чем поживиться? Новый вид сверхтакана, да? Еще молодежь в твоем отряде! Да, шрамы у них останутся. Где мы? Пойдем-ка порубим! Достать поджиги! Время зажигать! А у нас не будет грузовика? Или, по крайней мере, пары гречанов? Сожжем это специально для тебя. Всегда хотел такую штуку. Пошевеливайтесь!